Следующая моя работа. Вот такая рубашечка утепленная. Это мужская рубашка. Мужчина захотел сделать дополнительные кармашки. Ну, естественным образом подобрать такую, точно такую же клетку, это невозможно. Поэтому мы с ним договорились, что я буду подбирать черного цвета ткань. И вот я уже это сделала. Вот такая ткань. Вот небольшой такой отрезочек у меня нашелся. Очень все подходит. С таким тоже ворсом. В общем, все отлично. И подкладочку тоже остаточки. Как раз эти остаточки пойдут на кармашки. Кармашки будут на подкладке. И предварительно проклеены. То есть нужно немножко уплотнить эту ткань. Фигура будет вот такая кармашков. То есть изначально я сделаю на подкладке карман, а затем просто его пристрочу вот такой двойной строчкой. Итак, сделала разметочку, где будет располагаться карманчик. Немножечко сделала шире. Вот не знаю, как-то зрительно мне захотелось сделать шире. Во-первых, мужская рубашка. Во-вторых, я буду обстрачивать отделочной строчкой двойной. Вот так. И получается, что заузится немножко вход в карман. Вот. Вовремя подумала об этом. Поэтому вот немножко пошло на расширение. Теперь из этой добавочной ткани. Вот тоже шерстяная ткань. Очень классно подходит. Вот я уже вычерчила кармашек. Сейчас я вырежу с припусками. Затем проклею, клеевая на тканевой основе. Проклею. А затем кармашек буду брать на подкладку. Подкроила клеевую. Проклеиваю основу карманчиков. Тем самым немножко мне захотелось уплотнить ткань. Также клеевая предохранит от растяжения. Подкладочка. Подкладочка из остаточков. Я решила сделать такой перекатик вовнутрь, запустить основную ткань. Вот так. А от этой линии уже будет идти подкладка. Мне кажется, так будет лучше. Теперь
присоединяю к этому припуску подкладку. Оставляю здесь открытую зону, чтобы выворачивать, потому что кармашек я буду прострачивать вокруг изнутри. Потом выворачивать и накладным способом пристрачивать уже к рубашке. Итак, пристрачиваю изначально подкладочку. Обработка края кармана вся будет содержаться внутри. Прострочила, отутюживаю. Выворачиваю на изнаночку. Итак, выложила кармашки, теперь нужно обозначить линию, по которой нужно будет строчить. Итак, размеры передо мной. Сейчас я начну копировать. Перенос будет. Вот такой кармашек. Углы буду делать с углами, не закругленные. И вот так я прострачиваю. Так. Подтягивая немножечко подкладочку, то есть держу ее, чтобы она не собиралась. Все лишнее нужно
снять, отрезать. Я думаю, достаточно. И теперь через вот этот вход нужно все аккуратненько вывернуть. Вот так я складываю, видите, вместе, пальцем придерживаю и выворачиваю. Получается моментально хороший уголочек. Здесь обычно, здесь тоже раз, сложила, придержала, вывернула. Так, теперь можно зайти чем-то, каким-то острым предметом, еще раз проверить уголочки, выправить их. Как говорится, до упора. Утюжечка. Так, вот видите, с перекатиком. Так, пальцами немножечко придерживаю. Проверяю. Теперь утюжка с лицевой стороны. Такой кармашек на подкладочке. Теперь, я думаю, можно здесь не подшивать руками, можно подшить. Но я решила сделать отделочную строчку здесь. Поэтому подшивать руками не буду уже. Вот так будет строчечка, и она как раз прихватит подкладку и закроет ее. Вот так. Иду просрачиваю. Сделала верхнюю часть, все, сделала две строчки сверху и две строчки, закрепляющие подкладочку изнутри. Итак, последний рывок. Приколола уже кармашки. Еще раз проверила место положения кармашек. Итак, иду прострачивать вокруг и делаю двойную строчечку. Начала я уже пристрачивать. Даю строчку первую практически в край. Миллиметрик или два, отступив от края кармана. Кармашки перестрочены. Теперь утюжка. Отпаривание мела и чистка изделия. Кто-то меня спрашивал, как я очищаю
5 лет от мела. У меня состав мела не из глины, а с добавлением воска. Поэтому через влажную тепловую обработку все обозначения, все меточки, все исчезает. Но нужно работать очень осторожно с этим мелом, потому что на легких тканях, такие как шифончик, можно оставить такой жирненький следок. Вот. Поэтому, когда я работаю с такими видами ткани, я очень-очень незначительно намечаю. Или же беру мел другого состава. Итак, кармашек готов один. Сейчас будет второй. Вот, видите, мел есть, и сейчас его уже не будет. Также можно использовать обмылки, мыльные обмылки. Вот раньше, когда не было такого количества разнообразия мела, то да, кто-то делился, что я до сих пор использую мыло. Можно, девочки, и мылом намечать наши подгоночки. Все. Все убрано. Вот такие кармашки. Сейчас я очищу и покажу уже, как говорится, выложу на столе, покажу вам уже готовый результат, сразу два кармана, как они смотрятся на изделии уже вот по окончании работы. Рубашечка готова. Дополнилась она вот такими двумя кармашками. Смотрите, приближаю. Все совмещено, все отлично, клеточка, все, ничего нигде не выходит. Что я хотела сказать по этому поводу? Я клиенту предлагала сделать карманы, но вот с таким клапаном. Ну, естественно, озвучила цену, потому что это усложняет работу, увеличивается по времени. Но он не согласился, говорит, сделайте мне просто вот такие накладные карманы. И опять же, он хотел без подкладки. Но я думаю, ну что это будет без подкладки? Он растянется, вытянется. Вы видели, я его уплотнила клеевой сначала, затем набрала на подкладку. То есть уже будет, как говорится, долгосрочная носка. Ну и также я показываю, как говорится, качество, да, моей работы. Не просто тяп-ляп, а вот отношение немножко у меня другое к этому. Все, буду прощаться, заканчивается видео. До новых встреч. Оставляйте свои комментарии, делитесь своим опытом. И всего вам хорошего. Всем мира и добра. Пока-пока.